Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина. Я сегодня вам покажу свой заказ Faberlic по четвертому каталогу. Каталог действует до 26 марта. У меня, как всегда, заказали стиральный порошок концентрированный для упаковки. Заказали подружки. Это концентрированный стиральный порошок для цветных тканей. Премиум подходит для ярко окрашенных тканей. Хорошо ополаскивается, не оставляет разводов, не имеет запаха. Экологически чистый состав, произведен в Германии. Упаковочки 800 грамм, заменяют 3 килограмма обычного стирального порошка. Артикул 30021. Это у нас для цветных тканей. И две упаковочки заказали концентрированный стиральный порошок премиум. Универсальный, подходит для белых и цветных тканей. Формула против пятен. Также не вызывает аллергии, хорошо выполаскивается. Экологически чистый состав. Произведен в Германии. Артикул 30020. Коллега по работе заказала пятновый водитель кислородный. Подходит для белых и цветных тканей. И один я заказала для себя. Здесь упаковочки. 500 грамм, артикул 30027, произведен в Германии. Экологически чистый состав, не содержит красителей и ароматизаторов, не содержит хлора и фосфатов. Инструкция по применению. Ну да, и вот нету в последнее время ложечки мерной. У меня как бы остались, есть. Здесь проверю. Тоже нет. Вот порошок белого цвета с голубыми гранулами. Я всегда добавляю при стирке. Вот. И также коллега по работе заказала отбеливатель кислородный. Безупречная белизна. И второй я заказала для себя. Артикул 30028. Объем 500 грамм. Произведен в Германии. Экологически чистый состав. Не содержит красителей и ароматизаторов, не содержит хлора и фосфатов. Хорошо работают в горячей воде. Всегда добавляю, когда стираю белые вещи. Есть инструкция по применению. Если у вас не полная загруженность барабана, добавляете половину мерной ложки. Если у вас полная загруженность барабана, добавляйте полную мерную ложку. Но сейчас почему-то мерную ложку не кладут. Но, тем не менее, можно ее приобрести за 5 рублей. Но у меня есть. Заказали крем-пасту для чистки металлических поверхностей. Свежий грейпфрут. Деликатное очищение. Мне очень нравится это средство. Также им пользуюсь сама. Объем 250 грамм. Артикул 30058. Паста белого цвета. Хорошо очищает кастрюли. Я мою свои кастрюли, чайник. В общем, хорошее средство. Хорошо мывает кружки после налета от чая. Так, подружки заказали влажные салфетки для удаления пятен. В упаковочке 20 штук. Экспресс удаления пятен. Эффективное устранение свежих пятен, загрязнений с одежды, любой ткани, обивки мебели, сумок, обуви. Деликатно, быстро и удобно. Действительно так. Так, артикул 30552. У меня всегда лежат сумочки. Если нужно вам почистить воротничок на куртке после тонального, где-то пятно посадили. И хорошо, главное, удаляет кровь. Я уже не раз проверяла и говорила, что действительно экспресс-помощь. Коллега по работе заказала краску для волос экспресс Color. Коллега по работе заказала краску для волос Эксперт Color. Она постоянно ее заказывает. Это тон 11.1, ультраосветляющий блонд пепельный. Артикул 18.035. Тоже много раз показывала. Наполнение. Покажу вам. Вот, проявляющее молочко.
тюбик с краской, инструкция по применению, одноразовые перчатки и крем-уход после окрашивания, защита от вымывания. Цена на краску 219 рублей. При заказе на сумму от 499 рублей. Я заказала две краски ей. Для племянницы по купонам заказала. У меня были купоны. Вот со скидкой 45% детские колготки. 40D. Так, артикул 83-01-67. SD-406. Рост 128-134. Ей 7 лет. Не буду открывать, чтобы показать чуть-чуть. Колготки. В этом году она будет первоклашкой. Это все пригодится. Вот колготки из серии Ума. Заказали пену для ванны, меняющий цвет, подходит для возраста 3+. Уже не первый раз заказывают. Такой вот красивый дракончик с ананасом, объем 250 миллилитров, артикул 2882. После вскрытия 6 месяцев, но детки быстро расходуют. Очень красивый цвет получается в ванной, цвет радуги, и вкусненько пахнет. По купонам для себя я заказала лак для волос Кератин Комплекс, фильтр, объем 200 миллилитров, артикул 2700. Нравится мне этот лак, он средней стойкости, не склеивает волосы, хорошо удаляется при расчесывании, прическу не утяжеляет, идеально подходит для ежедневного применения. Заказали крем для рук Пантенол, увлажнение и смягчение, 2 в 1. Пантенол и масло зародышей пшеницы содержится. Объем 100 мл, артикул 1371. Вот. Пантенол самый незаменимый ингредиент в косметике, ему нет равных в борьбе с повреждениями и сухостью кожи. Действительно так, хорошие отзывы у крема. Уже мне не первый раз заказывают его, и я тоже заказывала на подарок на 8 марта. И еще заказали крем для ног пчелиный воск, 2 в 1, восстановление и питание. Содержится пчелиный воск и ментол охлаждающий. Объем 100 мл, артикул 1370. Пчелиный воск – одно из самых древних косметических средств. Он имеет уникальный состав и необыкновенную биологическую активность. Интересно, что по сей день ученым не удалось создать его полный синтетический аналог. Такой вот крем для ног. Из серии Oxyology заказали легендарный кислородный спрей, восстанавливающий, подходит для всех типов кожи. Объем 100 мл, артикул 0256. Идеально подходит для тех, у кого сухая кожа, чтобы кожа не пересыхала у вас. Особенно в летнее время, в зимнее, когда отопление. Можно наносить поверх макияжа, хорошо увлажняет кожу лица. И из вербены заказали обновленную серию, поменяли упаковочку. Это очищающий тоник, подходит для всех типов кожи. Объем 150 мл, артикул 0982, после вскрытия 6 месяцев. Удаляет остатки макияжа и загрязнения, освежает и тонизирует кожу, улучшает цвет лица, подготавливает кожу по следующему этапу ухода. Тоже у меня женщина всегда заказывает из серии Вербена тоник. И вот заказала такую новинку, обновленную версию.
Заказали две тканевые маски. Маски очень хорошие, идеальное лекало. Так, это у нас выравнивающий тон маска для лица, сияние. Артикул 0465. Маска хорошо работает. Сыворотки достаточно. Это у нас обновляющая маска для лица «Возрождение» с ретинолом. Артикул 2070. Из серии «Карбоситерапия» заказали третий шаг. Две упаковочки. Содержится пантенол, смягчает и восстанавливает кожу. Также содержится гиалуроновая кислота, интенсивно увлажняет и разглаживает кожу. Способ применения. Нанести небольшое количество маски на кожу, равномерно распределить, через 5-10 минут удалить излишки салфеткой. Так, объем 50 мл, артикул 0295. Очень нравится эта серия, я ей пользовалась. Из серии «Эксперт Фарма» заказали зубную пасту концентрированную 200%, артикул 1633, объем 75 мл. Очень экономичная, три раза экономичнее обычной пасты. Буквально нужно горошинку, чтобы очистить полость рта, предотвращает появление кариеса, ненадолго придает свежесть дыханию, мягко очищает зубную эмаль, поддерживает здоровое состояние десен. Такая вот туба. Зафольгирована. И серия гиалуроника. Я для себя заказала по купонам гель для умывания. Для меня это новинка. Я пользовалась мицеллярка, мне очень понравился, приятный аромат. Объем 150 мл, артикул 28-20. Купон обошлась где-то 148 рублей. И серия куркума заказали крем для кожи вокруг глаз. Ваш взгляд становится молодой и сияющий. Способ применения наносите утром и вечером после предварительного очищения кожи вокруг глаз. Объем 15 мл, артикул 2858. Показать. Такая вот миниатюрка 15 мл. Такая вот туба. Я пользуюсь сейчас дневным и ночным кремом. Мне очень нравится. Хорошо впитывается. Нет жирного блеска, не липкого. Утром просыпаюсь, у меня кожа жирная. Кожа не жирная, идеально мне подходит. И сыворотка витаминная, концентрат, объем 30 мл, после вскрытия 6 месяцев. Ваша кожа сияет молодостью. С активными компонентами куркумы, витамином С, В, 3 и Е, защищает кожу от повреждения, свободными радикалами, способствует сокращению пигментации, осветляет и выравнивает тон, повышает выработку коллагена и церамидов. Написаны все свойства. Так, тут получается вот заклеено скотчем. Открывать не будем. И еще из серии Ума заказали зубную пасту. Подходит для возраста 3+. Таким вот зайчиком на банане. Очень вкусно пахнет зубная паста. Объем 50 мл. Артикул 2886. Такая вот новиночка. Из серии Grand Prix. Формула омоложения. Заказали крем для рук. Объем 60 мл. Артикул 2098. У меня бывшая коллега очень любит этот крем и часто его заказывает. Заказали дезодорант антиперспирант.
48 часов защита, объем 50 мл. Артикул 2592. Свежий озоновый аромат с нотами кувшинки и морских водорослей. Я из этой серии люблю розовый дезодорант. Всегда заказываю с ароматом жасмина, ирисы и бергамота. Дезодорант очень хорошо работает, хорошо защищает пота. У меня нареканий нет к этому дезодоранту. Заказали объемную тушь для ресниц First Class. Фибровая щеточка, объем 10 мл, артикул 5238. Была у меня такая тушь, мне очень она нравилась. Я девчонкам дарила. Хорошо придает объем. Так вот выглядит тушь. Открывать, конечно же, не буду. Тушь хорошая. И из новинки заказали тушь для ресниц. Полностью идет в слюде. Тушь с эффектом нарощенных ресниц. После вскрытия 6 месяцев. Так. Объем. Не вижу объем. Очень мелко написано. Ультрачерный оттенок. Открывать здесь. В общем, потом спрошу отзыв. По каталогу стоит 269 рублей. Да, 269 рублей. Вот он, тушь. Объем 9,3 мл. Написано, что до 200% придает объем. Буду спрашивать отзыв. Заказали лаки для ногтей. Такой вот оттенок. Так, лак для ногтей. Артикул 7796. Лаками не пользуюсь уже много лет. И вот такой вот розовенький. Так. Артикул 7763. Заказали еще помаду бальзам для губ. Артикул 40693. Так, сейчас аккуратненько покажу. Такой вот оттеночек. Магнитная вот крышечка. И 40698. Такой красивый вот нюдовый оттенок. Очень красивый. Идеально подходит на лето. Хорошо увлажняет губки, не растекается. Мне очень бальзам нравится для губ. Еще заказали жидкую помаду. Артикул 40462. Покажу. У меня есть такой оттенок. Мне очень она нравится. Стойкая помада. Не сушит кожу губ. Хорошо держится. Стойкая. Не вызывает дискомфорта. У меня тоже есть такой оттенок. Он мне идеально подходит. Засыхает на губах. Не растекается. Не сбивается в морщинки.
перед использованием всегда наношу сначала бальзам, а потом уже помаду. Не плешивит. Вот. И такой цвет идеальный. Мне очень идет. Преображает мое лицо. Женщина тоже заказала. Это у нее уже третий заказ. Это на третий раз заказ такую помаду. Так, еще, девчонки, для себя по купону я заказала румяна для лица. Glam Chic. Артикул 6410. Так, немножко подвинула камеру. Так вот. 5 грамм. Артикул 6410. Такой вот красивый оттенок. Здесь есть хайлайтер. Очень такой красивый хайлайтер, деликатный. И вот румяна. Такие вот красивые. Из этой серии у меня еще есть вот такие вот румяна. Очень они пигментированные. Артикул 6408. Нужно аккуратно их наносить, потому что можно переборщить и будете как матрешка. Какой оттенок. Очень хорошо тянутся. Смотрите. Можно использовать как тени. Буквально нужно чуть-чуть. Такая вот красота у меня. И еще по купону я заказала свой любимый крем-тинт увлажняющий для лица. Содержится SPF 25. Здесь, конечно, очень маленький объем, 17 мл. После вскрытия 6 месяцев. Ненадолго хватает, он мне очень нравится. Буквально 1-2 нажатия хватает, чтобы покрыть лицо, преобразить себя. Артикул 6356. Уже много раз показывала. Вот еще вам покажу, которым я сейчас пользуюсь. Конечно, здесь проблема, у меня постоянно ломается колпачок. Очень такой нежный. Вот. Тинт, он белого цвета. Наносите именно пальчиками на лицо. Распределяете. И он подстраивается под тон вашей кожи. Вот видите, смотрите, капельку буквально я нанесла. И насколько хватает, чтобы распределить по руке. Не забивается в поры. Кожа выглядит очень свежей, отдохнувшей. Я потом сверху припудриваю еще немножко. Видите, как хорошо распределяется. Вот. Не западают морщинки. В общем, вот такой у меня, девчонки, заказ. Кто еще не оформил, обязательно оформляйте, тратьте свои купоны, расскажите, что вам попалось в купонах, есть ли хорошие акции по купонам. У меня вот самое такое, что вот хорошее мне попало, это 50% на аромат. Потом у меня 50% было вот на лак для волос. Уход для лица. Я заказала для себя гель для умывания. Что-то у меня там еще. Вот, по
купоном я заказала 50% румяна для себя. Потом я заказывала для себя отбеливатель и пятновыводитель по купонам. То, что для меня было очень выгодно. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем желаю здоровья, удачи, берегите себя и мирного неба над головой, самое главное.